Доброго времени суток, дорогие зрители, подписчики и просто заходящие. Буду очень признателен за лайкосы и подписку на канал. Тем самым вы поможете развитию канала. Я буду очень вам благодарен. Спасибо. И приятного просмотра. Короче, у них посмотрим, такие... Что за тайны скрывают. Такие, не знаю, там кроссовки, оружие и тому подобное. Униформа такая, что можно и Человеку-пауку дать, типа звездюлей. Прыжки с какого-то там этажа, пятого, класс. Наверное. Ты выяснил, где они прячут Муфор? Пока нет. Но я видел, как Фина пошла в подвал. Попробую выследить ее. Слушай, вот ты такой крадешься по вентиляции. Ты чувствуешь себя героем фильма? Набиваешь под нос героический мотивчик, а потом тебя могут поймать и бросить в камеру над бассейном с крокодилами, а ты делаешь бомбу из жвачки и смываешься. Стоп, что? Нет. Ясно, просто спросил. Вестибюля. Нужно разобраться с тренировками подпольщиков, а потом искать тайную комнату. А кто это без поверху? А, они тренируются. А, там еще выше он чел стоит. А куда мне надо? Так, я сейчас ступлю немножко. Надо понять, куда, в какую сторону надо мне. Я прослушал. Я тут что-то заподозрил. Ладно, идем так. Стенка, да? Мы можем по стенке, можем. Мне нужно в какую-то дверь зайти. Гаджета нет, задание. Надо осознать область поиска. Это все по умолчанию стоит. Ай, моя внимательность. Так, там кто-то еще стоял напротив него, или нету никого? Прошу, чтобы меня сейчас не спалили, пока я буду этого убивать или нокаутировать. Ну, вроде никто не видит. Там только внизу он, люди. Я не знаю. И когда-то сейчас будет переходить на эту сторону, и в процессе я его сниму, потому что там в углу его могут увидеть те, которые ниже. А, так я их к стенке. Все, понял. Я думал, просто я сейчас буду их прям там внизу, где стоят, и убивать. Да, все меняет. Странно, что они в это время пока подпрыгают где-то там, да? Либо, ну, пока я их подкидаю. Ничего не кричат. И звука не произносят. Это очень странно, что их в этот момент никто не слышит. Нет, тут уже я не достаю, просто-напросто она будет уже это от стены играть. Так, там я убрал. Тут сейчас этого одного тоже заберу. Больше ж на балконах вроде нет никого, да? Давай. О, так это все меняет. Мы же над этим работали. Глаза на цели стреляют. Они хотя бы вниз все не падают, либо там на месте не остаются. Я всех к стенке, получается, прилепляю. Главное, не спускаем глаз
А, ну те, которые в самом низу, я их трогать не буду. Наверное. Я их просто обойду. Только не падай куда. Эх, мне туда надо или не туда? Можно я просто не смогу? Да? Нет, не сюда. Да ищем другой путь. Надо быть аккуратным, с той стороны Черик смотрит. Куда мне нужно? Там еще одна дверь есть. Это тоже не она. У меня еще есть невидимость, я могу, в принципе, включить невидимость, прыгнуть вниз, посмотреть. Но хватит ли по времени у меня обратно выйти? Конечно, вопрос. Там вообще внизу происходит. Так, идем тогда вверх. Заберем тот, который стоит посреди мостика. Где он там? Нокаутировать. Есть у меня возможность как-то... Не знаю, как-то забрать его сюда вверх. Нокаутировать со стены, а ну попробуй так. Во, второе дело. Там вроде никого, никакой стенки, говорю. Никаких дверей нету. Нужно попасть в какие-то двери. Надо было того снайпера тоже забрать. Будет лучше всего. О, там лифт какой-то есть. Может, надо к лифту? Замечают? Да. Не спрыгай. Вот наверху там меня заметил. Типа заподозрил, но пока что не увидел. А, там двое вон стоят, я вижу. Куда мне нужно? Игра, подскажи, пожалуйста. Прервать задание нет. Карта отключена. Задание. Я могу диалог пролистать еще раз, чтобы посмотреть. Здравствуйте, до свидания. Нет, не прервать. А посмотреть. Тесты, коллекции, персонажи. Список приемов. Это все не то. А вот, переписка есть. Это все не то, это что-то вообще левое. Так, заново, окей. Начинаем заново. Победить подпольщиков. Камон, мне просто надо всех зачистить и все. Да ладно! Мы же над этим работали. И все. Вот так.
Я рад, что издевается надо мной. Ну ладно. Не, ну надо зачистить, то сейчас зачистим, конечно. Окей. Так, не, сразу с этого тоже опять начну. Самого крайнего. Надо грохнуть. Давай, ты первый. Отойди, чуть-чуть отойдешь. Оп, не забрать. Чтоб меня не спалили. Теперь заберем этого, да? Все это забрали. Теперь, да? Этого забрать. Теперь того тоже. Давай к стенке его прилепим. Это все меняет. Я думал, тут куда-то надо зайти в дверь. Оказывается, тут просто надо победить всех. Там будет три штуки, прям это будет неудобно их как-то. Надо будет либо сразу убивать, идти в лоб, либо что-то выдумывать. Там один всего на все. Не, их там двое. Я понимаю, что опасно, а чё они обучают? Они... Ничего я не слышал. Занимайтесь своими делами. Вот там один пошел, его сейчас бы забрать тоже. А не поздно. А не опасно, опасно написано. А они, короче, что-то заподозрили и бегают, бегают теперь, ищут. Говорит, это паутина и все, теперь не бегают туда-сюда. Ну как-то так. Да, сейчас будет того забрать, он побегает один. Там аж 4 теперь уже вместе. Вот там с пушкой надо тоже забрать. Он вроде там остался. А опасно. Мы будем тебя ждать. Так, главное, не спускаем глаз. А их тут двое, трое. Пушками все. Парни, смотрим только на цель. Ну хватит, так дальше нельзя. Вперед! Точнее! Да, кучно пошло. Оп, пока никто не видит. Еще минус один. Короче, ряды редеют. Вот так, точнее. Вот так, жми на крючок. Не дергай, жми. Вот
Сейчас по очереди их убаюкаю. Там еще один. Надо тоже забрать его. Чем там один остался? Если кто-то отвернется, я заберу сейчас этого крайнего. Ну? Ну? Так, главное, не спускаем глаз с цели. А, тут вверху еще один, это где взялся? Хорошая кучность. Что-то вас помечаю, помечаю, а они как грибы растут. Типа-то откуда? Так, ну у меня уже три тут штуки. Осталось пятеро, если никого не пропустил. Осталось уже прям супер мало. Все, безопасно, давай забираем. Че опасно, кто на него смотрит? Кто его контролирует? Вот так. А, все безопасно. Блин, в смысле? Только что было безопасно. Все, остались вон те. Самые разговорчивые. Их бы как-то немножко взять-то, рассредоточить. Так, ну они так особо-то не смотрят, что случилось. Да, не заметили, все нормально. И осталось двое счастливчиков, которые пойдут самые последние. Что-то они вообще в ступоре, не знают, что делать. Команды никакой нету. Откуда? Чего строят? У нас было меньше, еще кто-то вверху. Короче, пропустил еще кого-то. Ну ладно, немножко экшена напоследок, скажем так. А кто-то там вверху еще был, я видел тебя. Иду. Иди, давай обратно. О. Если я попостался, добил их бы. Может, это подмога? Это была твоя последняя ошибка. И все? Ладно. Спину пока не видно. Где-то же она должна быть. Я читал интервью Фиска, он там сказал, что любит полезное искусство. Что это значит? Не знаю. Но в его доме нашли кучу секретных проходов, спрятанных за картинами. Так что... Да, понял. Ищу. Картины? Ищем, значит, картину. Или картины. Или картину. Это не картина? Эй! Вроде что-то есть. Ого! Тайные ступеньки. Подвал. Так, на кнопочку. Сама, оказывается, не поедет. Это не Elden Ring. Глубоко.
Хотя даже там нажимаешь на ступеньку. У злодеев есть потайные ходы. Может, Фиск хотел сбежать от другого Человека-паука? Мог бы построить скоростной лифт. Может, успел бы сбежать. Давай не будем подсказывать злодеям, что делать, а? Слышал, какой шум в вестибюле? Вот это тренер. Я понимаю. Но с тех пор заболели три человека. Три! Мы знали, как опасен Дуфор. Мы знали, что будет опасно. Мы же все согласились. Но если мы тоже заболеем... Не получается проваливать. У подполья нет времени возиться со слабаками. Ты слышишь? Люди из подполья тоже болеют от Нуформа. Какая черствость. Что-то я ухожу. Нуформ довезли? Он цел? Да, в лабораторию в городе. Ганги. Они перевезли Нуформ. Может быть так, что канистра опасна? Она так гудела, словно может взорваться. Силы нового паука изменили его структуру. Скажите всем, чтобы не трогали. Их убежище. Нуформ точно где-то там. А, нужна четкая картинка, тогда смогу сузить поиск. Мы ничего не знаем об этой штуке. Это откуда взялось? Нуформ создал мой брат. Главный химик. И Роксан его убил. Я не отступлюсь, пока их не уничтожу. Вы со мной? Ты знаешь, что да. Хорошо. Нужна энергия. Генераторы, аккумуляторы, все что угодно. Тащите в кинотеатр. Паук? Ну, короче, сейчас будет бой уже против этих меченосцев. Ни хрена себе меч. Я тоже такой хочу. Сразу начнем с тебя. Так, чтобы совершить белый рывок, нажмите правую плюс F. Ух ты, ни хрена себе. Ладно, займись паучьими делами, а я исследую карту и поищу зацепки. Нет, с мечами тогда, конечно, все круто. Да, блин, я ж нажимаю правый. Ладно, попробуем план Б. Ни хрена у них кто-то приемчики, конечно. Он стреляется постоянно. Не, меч какая-то имба прям. Мне кажется, Человеку-пауку тоже такого не хватало. Можно я хотя бы раз выполню еще раз то, что мне пообещали, что он будет работать? Нет, я понял. Хорошо, прием. Не выполнять его. Ура, спасибо. А то как в Mortal Kombat, просто заспамили меня своими мечами. Я обработал фотку карты, что ты прислал. Похоже, подпольщики обустроились на старых стройках Фиска. Три штуки только? Раз, два, да, три штуки. Убежище под полем. А что за кинотеатр? Фина упоминала. Кинотеатр? Это... Не надо, Ганки. Драматично. Сказал все-таки. Это кинотеатр Джем. Думаю, именно там она спрятала Нуформ. Надо туда заглянуть. Если ты в кино, я только за. Но если хочешь сначала заглянуть на базы подполья, я знаю, кто поможет.
Лады, внесу базы подпольщиков в список дел и сообщу, как доберусь до кинотеатра. А я буду тут, вылавливать критические баги в спид на нагоне. Фина встретится с подпольем в джеме поздно вечером. Пожалуй, можно пока проверить приложение и заняться другими делами. Все, вся миссия.